У Рахманинова вот, вся музыка – это прежде всего тоска по родине. И вот это вот тоскуешь, ты плачешь, и потом дальше возникает кульминация, и ты нагнетаешь, и нагнетаешь, и нагнетаешь, и все нагнетаешь, и вдруг субито пьяно, субитиссимо, пьяниссимо. Вот даже, сегодня играл прелюдию Рахманинова, скажу вам, в конце идет порывистая кульминация, фортиссимо. Все это идет на три форта, и потом дальше. И когда все постепенно затухает, и дальше, вот тут уже представляется мне Великий Новгород, потому что бьют колокола, это уже типичный рахманиновский колокольный звон. Бом. И отдаленный вот этот вот звук ты услышать должен, средний голос. И левая педаль подключается, чтобы еще и еще и еще и еще унестись вдаль это звучание. Понимаете, в чем дело? Такая вот мощь. Этим всем. Да, это очень мощно. Это мощно. Вот этим и красив Рахманинов.